Добрый день, уважаемые подписчики. Сделаю сегодня краткий обзор и сам поучусь использовать вот этот тестер катушек зажигания. Прислали мне на обзор. Это единственная вещь, которую я сейчас разыгрывать не буду. У меня такой нет, оставлю ее себе. На те вещи 5 единиц обзор я сделал. Подожду недельку, две. И разыграю. Видео отдельно сниму и будет видно. Вот он тестер. Здесь получается вот в этом режиме, когда работает при таком зазоре, это считается норма. Если в этом зазоре не работает, это уже катушка неисправная. Исправная катушка бывает аж прошивает вот такой зазор. Ну, особо здесь крутить не надо, можно просто на грубость нарваться, как я понимаю. Взять самостоятельно, спалить под катушку. Откручиваю сейчас крышку. У меня есть от этого двигателя старая катушка, которая сгорела из-за неисправной свечи, из-за бракованной, вернее, из-за свечи, которая была подделкой. Откручиваю два болта, снимаю крышку и снимаю крайнюю катушку. Я думаю, что катушку можно будет снять, крайнюю, не снимая коллектора, но не уверен в этом. Скидываю разъем и одеваю на заведомо, я знаю, которая катушка нерабочая. Вот старая катушка, одеваю на нее разъем, одеваю, сейчас закреплю, в нее тестер. И вот этот крокодильчик застегиваю на любую массу. Ну, так как у меня минус рядом. Застегиваю его сразу на минусовую клемму. Ну а теперь запускаю двигатель. Вот видно, искра бьет. Чуть-чуть сейчас. Я сюда понять не могу. Катушка целая. Та катушка, которую я заменил, она оказалась целой. Просто полежала. Либо же она сейчас... Да нет, исправная катушка. Но из-за нее у меня двигатель проедет. Хотя зазор я уменьшаю. На маленьком зазоре искра вообще плохая. Просто плохая. Интересно. Какой будет искра на исправной катушке. Ну, здесь вот хорошо видно, какого качества искра. Глушу.
уберу пока. Откручу, попробую. Думаю, что катушка выйдет. Откручиваю болт крепления катушки, головка на 10. Да, крайнюю катушку я смог снять, одевая клапан на место. Это вот катушка с разборки, которую я менял. Меняю катушки местами. Ставлю сюда целую. И посмотрим, какая будет искра на ней. Запускаю двигатель. Да, здесь мощнее искра. Уменьшая искру, искра здесь ярче. Она немного чем ярче, чем здесь. Но я подозреваю, что катушка просто полежала и стала что ли исправной. Вот это нонсенс. Я был уверен, что она неисправна, но не выкидывает. Глушу. Разницы в работе конкретно не смог показать. Здесь, в принципе, когда идет увеличение зазора вот до этого отдела, нерабочая катушка, она перестает работать. От двойки до тройки она просто перестает. В этом положение это исправная катушка. Никогда таким тестером не пользовался, но штука интересная. Я обязательно найду какую-нибудь неисправную катушку, где-нибудь какая-нибудь поломка будет, и сделаю отдельное уже видео там именно с этим. Такой вот тестер можно заказать на AliExpress. Ссылку на продавца я оставлю в описании под видео. А так конкретной разницы по нерабочей катушке я не увидел. Я считал ее нерабочей, а она рабочая. С чем связано, не знаю. Устанавливаю катушку на место. Экспериментировать уже ставить ее на двигатель не буду. Затягиваю болт и прикручиваю клапан. Хорошо, крайнюю катушку можно заменить, не снимая впускного коллектора. Также свечку можно поменять. Продавец занимается именно продажей разных диагностических инструментов. Посмотрим, может быть, если оценит видео, предложит еще что-нибудь к обзору. Защелкиваю разъем.
и запускаю двигатель. Все работает исправно. Одеваю на место крышку. И закручиваю на место оба болта. На этом все. Тестов по контролю исправности катушки зажигания я пробовал. Штука интересная. Ну, не скажу, что она нужна именно каждому человеку. Это только по востребованности. Ну, приобрести ее можно на Алиэкспресс. На этом все. Всего вам доброго.